Всем привет, вы на канале Inet.com, и сегодня я покажу вам несколько способов, как можно сделать видео из фото с музыкой и красивыми переходами. Если вы недавно приехали с моря, отыграли там свадьбу, отпраздновали день рождения или на любом другом мероприятии наделали кучу классных фотографий, то в этом уроке вы научитесь из всех этих классных фоток делать крутые видеофильмы под свою любимую музыку. Мы рассмотрим целых 5 способов. Некоторые из которых очень простые, и вообще любой новичок с ними разберется. А закончим более сложными вариантами. Сделать видео из фото в киностудии. Самая лучшая программа для создания видео из фотографии и музыки – это, конечно же, киностудия. К тому же она полностью бесплатная. Раньше данная программа называлась Movie Maker, и она поставлялась в комплекте с Windows. Кто пользовался прошлыми версиями Windows, об этом знает. Но сейчас она отсутствует, ее надо отдельно скачивать с официального сайта Microsoft. Итак, первым делом загрузите киностудию с официального сайта и установите ее. При установке не забудьте снять лишние галочки, чтобы не установить ненужную нам программу. Нажмите «Выбрать программу для установки» и оставьте только галочку на пункте «Фотоальбома и киностудия». Это все, что нам надо. По завершению запустите поиск Win плюс Q и по запросу киностудии откройте нужную нам программу. Теперь можно приступать к работе. Чтобы в киностудии сделать видео из фотографии, достаточно проделать буквально несколько простых шагов. Добавить фотки, наложить музыку и переходы. Ну и, естественно, сохраниться. Давайте покажу все пошагово. Жмем в программе кнопку «Добавить видео и фотографии». И указываем на компьютере нужные нам фотки. Отлично, фото добавлены. И мы уже можем просматривать полученный ролик, нажав кнопочку Play. Но, естественно, это еще не все. Сейчас нам нужно первым делом поменять очередность фоток. Просто перетащите в начало те фотки, которые вам больше нравятся. Я вот отсортировал вот в таком порядке. Теперь надо сделать так, чтобы фотки воспроизводились быстрее. Если вы посмотрите, то на данный момент у нас длительность каждой фотографии по 5 секунд. А нам лучше сделать где-то 2 или 3 секунды. Так видео будет динамичнее и, естественно, смотреть его будет намного интереснее. Выделите все фотографии, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A и перейдите на вкладку «Правка». Там в пункте «Длительность» выберите в секундах, сколько должна проигрываться каждая фотография. Я указал 2 секунды. Мне этого вполне хватит. Теперь нам поверх видео нужно наложить еще и музыку, чтобы было более приятно смотреть видеоролик. Жмем соседнюю кнопку «Добавить музыку» и указываем любую песню со своего компьютера. Теперь под нашими фотками вот появилась такая зеленая дорожка. Это значит, что аудио на фото успешно наложено. Если попробуем проиграть видео, то у нас будет проигрываться как фотки, так и играть музыка. Вроде все круто. Как сделать видео из фото с музыкой, вроде понятно. Но еще, мне кажется, не хватает красивых переходов между фотографиями. Предлагаю решить этот вопрос. Снова выделяем все фотки, нажав Ctrl-A, и переходим на вкладку «Анимация». Здесь у нас есть много переходов. Выбираем любой, какой нам нравится, кликнув по нему, и он сразу применяется ко всем фотографиям. Проверяем. Если вдруг видим, что одинаковые переходы не очень смотрятся, не очень подходят, то можно их разнообразить. Для этого просто придется выделить каждую фотку отдельно и применить для нее отдельный личный переход. Кроме этого, можно еще отдельно задать длительность каждого перехода вот в секундах, вот здесь. И, кстати, еще обратите внимание, если нажать вот по этой стрелочке, то откроется полный список видеопереходов. Тут их очень много, на любой вкус найдется. Ну а теперь, что касается сохранения этого видеоролика. Для этого в правом верхнем углу у нас есть кнопочка «Сохранить фильм». Жмем туда и в выпадающем списке выбираем пункт, рекомендуемый для этого проекта. В новом окне даем ролику имя, указываем, куда сохранить, и жмем «Сохранить». По завершению фильм будет лежать в указанном при сохранении месте. Теперь можно его посмотреть и проверить. Сделать видео из фотографий онлайн.
Далее я хотел бы рассказать вам, как можно сделать видео из фотографий онлайн, то есть прямо в интернете без установки каких-то программ. Рекомендовать этот способ я не буду, но рассказать должен, потому как много людей интересует именно этот способ. Итак, один из самых популярных сервисов, который предлагает сделать видео из фото с музыкой и еще и онлайн, расположен по адресу fromphoto.com. Я испробовал этот сайт и сейчас вам расскажу его главный минус. Итак, на сайте мне любезно предложили попробовать бесплатно сделать видео из фото и музыки. Написано, что быстро и просто. Жму эту кнопку. Далее выбираю дизайн клипа. Загружаю не менее 35 фото со своего компьютера, как здесь и указано. Потом добавляю для своего ролика любимую музыку. Ввожу небольшой комментарий для видео, далее адрес почты, и все, здесь остается нажать кнопку «Создать клип». И тут самое интересное, загружается новая страница, и нам говорят, что наше видео будет создано через 11 часов. Это очень долго по сравнению с первым способом, где мы буквально минут за 5 создали видео из фоток. Но это был еще не конец. Мне на почту сразу упало письмо с уведомлением, мол, ваше видео скоро будет создано в профессиональной программе. И тут же сказано, что создание клипа бесплатное, но если я захочу его забрать, то за это уже надо будет заплатить. Спустя часов 6 мне на почту пришло еще одно письмо, где меня порадовали созданным клипом. Но перейдя по ссылке, я вообще обалдел. Видео было с водяными знаками, что вверху, что и внизу. И даже онлайн-версию было смотреть неудобно. Опустившись вниз по странице, я увидел ценники без надписей. Самая дешевая версия, как оказалось, стоит 1550 рублей. Нехило так. Кстати, видео было загружено на YouTube, и его можно было бесплатно скачать. Ну, какой толк такого видео, которого на пол экрана водяные знаки? Вот такой опыт с онлайн-сервисами для создания видео из фото. Другие сайты, которые предлагали сделать видео из фото онлайн, тоже не внушали доверия. Везде выставлялись ценники в несколько сотен рублей, поэтому я этот способ не рекомендую. Программа Photoshop для создания видео из фото. Не могу не рассказать вам о такой программке, как Photoshop Pro. Главная у нее особенность есть в том, что она имеет в своей базе кучу классных шаблонов. С помощью этих шаблонов можно буквально за пару минут создавать классные видеофильмы. Если хотите попробовать Photoshop, то скачайте ее и установите. Программа платная, но у нее есть тестовый период 10 дней. При запуске программы нажмите кнопку «Продолжить», и программа будет на все 100% работать.
Далее, рекомендуемый формат MP4. Снимаем тут лишние галочки, если они есть, и жмем «Далее». На последнем шаге даем нашему ролику имя и указываем место на компе, куда нужно его сохранить. По завершению, после того, как все это отрендерится, можно его проверить. Сделать видео из фотографий в Adobe Premiere Pro. По правде говоря, изначально я не собирался в уроке о программах для создания видео из фоток упоминать про Adobe Premiere Pro. Это как бы инструмент для профессионалов, и для новичков эта программа будет сложной. Ну или как минимум так покажется, что она сложная. Но потом я подумал и понял, ну ведь каждый из нас в любом деле был новичок, и нужно когда-то начинать осваивать что-то более сложное. Но как оказалось в итоге, Adobe Premiere Pro не такая уж и сложная программа. Если я работаю в Premiere, то первым делом я обычно создаю новый проект, даю ему название и сохраняю в удобное для меня место. После этого я импортирую в программу фотографии и музыку, и при необходимости другие файлы. Потом нажимаю по любой фотке правой кнопкой мыши и создаю эпизод на основе клипа. Здесь есть пункт «Создать эпизод на основе клипа». Следующим шагом я закидываю на таймлайн все фотографии. При необходимости уменьшаю длительность фотографий, обрезав лишнее, и под них кладу музыку. И дальше для более плавной смены фотографий добавляю видеопереходы. Чтобы сохранить готовый видеоролик, я жму горячие клавиши Ctrl плюс M. И в новом окне жму по названию файла и указываю на компьютере, куда сохранить видео. Естественно, даю ему название. Дальше останется нажать «Экспорт» и подождать несколько минут, пока все это дело отрендерится. Вот, в общем-то, и все. Если вы используете еще какие-то программы для создания видео из фотографии и музыки, то добро пожаловать ко мне в комментарии. Там вы можете указать название и основные особенности всех тех программ, которые вы используете. Я всегда рад протестировать что-то новенькое. На этом все. Вы были на канале inet.com. Спасибо вам за внимание и до встречи в новых видеоуроках. Пока!